Так, ну, давайте, что сказать мне об этом шампуне? В общем, мнение у меня довольно противоречивое, хотела бы я сказать, но в общем и целом положительное. Мне шампунь понравился. Я не скажу, что это лучший шампунь и только его буду брать, но курсы проводить иногда, ну, раз в год, наверное, будет совершенно не вредно, будет полезно. Я подумала так. Ну, в общем, что такое антивозрастной шампунь? Он должен бороться с возрастными признаками волос. Ну, возраст у меня самое что ни на есть подходящий для антивозрастного шампуня. Вот. Какие проблемы возраста волос? Ну, что с возрастом волосы редеют, становятся сухими, им не хватает питания. От сухости они... Это не та сухость, которая... от которой волосы секутся на концах, разрывается кутикула. А та сухость, которая делает волосы жесткими, сухими, ну, такими безжизненными. Тем более, что когда волосы, когда достаточный процент седины волос, мы их, естественно, красим, а краска на волосы действует тоже не лучшим образом. Вот. Таким образом, что обещает этот шампунь? Так, шампунь нам и обещает бороться со всеми этими признаками, делает волосы, придает волосам более молодой вид всего за 2 недели, борется с 5 признаками старения: ломкость, сухость, тусклый цвет, усиленное выпадение и жесткость. Так, в общем, этого я всего не очень-то заметила, потому что до этого я использовала шампунь для окрашенных волос. В общем-то, после него волосы тоже живые, шелковистые. Может быть, у меня не столь выражены возрастные признаки, я не знаю, не могу этого сказать, не могу оценить. Пользуюсь я этим шампунем уже 2 месяца, да, сейчас марта, я купила в начале января и начала пользоваться. И что я отмечаю, что у меня волос как бы стало, вот по объему такое впечатление, что их стало больше, то есть объем стал больше. Не то, что густота волос увеличилась, а сами волосы как бы так воспряли духом, оживились, стали упругими, упругими, гибкими, объемными, шелковистыми. И, в общем, ну вот теперь у меня копна волос, хотя у меня всегда проблема с объемом, то есть волос сам по себе, как это называется, парикмахеры это называют, то ли стекловидный, то ли... В общем, не знаю, какой-то такой тип волос, который вот на макушке, вот макушка всегда плоская, а нам хочется, чтобы волосы так объемчик держали. А вот с этим шампунем объем вижу, да, кстати говоря, для этого видео нужно было бы объем показать. В общем, волосы вот такие вот у меня. Почти что из категории прямых, гладких, перешли в категорию непослушных лохматых, что для многих может быть минус, но для меня это плюс. Вот так волосы выглядят. Ну, я только что их выпустила из-под резинки, да? И они у меня... Надо бы причесаться. Вот. Ну, на ощупь они шелковистые, они живые. На концах, может быть, немного не хватает. Концы суховатые, но они не расщепленные, не секущиеся. Но у меня этой проблемы нет, у меня волосы никогда не секлись. Ну, очень редко, когда один, может быть, период в жизни моей я такой помню, а так, в общем, волосы не секутся. Ну, потому что я, в общем-то, всегда использую шампунь. Я это объясняю тем, что я использую шампунь Oriflame.
на протяжении последних 20 лет. Так, и что еще я могу сказать, что потребление, в плане потребления этот шампунь может показаться не очень удобным. Почему? Нет, он обычно, вы совершенно его используете как обычный шампунь, то есть промываете голову два раза, используете после него кондиционер, если есть еще и несмываемый какой-то, здесь он называется тоник, да, для волос, несмываемый продукт, затем, чтобы облегчить расчесывание волос. Все это совершенно обычно. Но этот шампунь поначалу особенно, казалось, что он плохо распределяется по волосам. А со временем это впечатление у меня исчезло. То есть, значит, он нормально, наверное, распределяется по волосам. И теперь я без проблем мою голову. То есть, я так предполагаю, в начале использования волосы все-таки были достаточно сухие. И, то есть, моментально впитывали продукт. А так как этот продукт нужно использовать в малых количествах, то есть он очень концентрированный, то есть вы берете небольшое количество, и это небольшое количество вот тут же распределяется по сухим волосам, и дальше его растянуть на все волосы не особенно получалось, как казалось. Но я все-таки обходилась этим небольшим количеством, я добавляла воды, размыливала, распенивала все это, и в общем эффект был нормальный. Ах, волосы промывались. Вот. А теперь, видимо, волосы напитались, и теперь это вот того небольшого количества, или, может быть, я научилась им пользоваться, этого небольшого количества уже хватает на все волосы, и этого впечатления нету, что его не хватает. То же самое с кондиционером из этой серии. Тоже так же такое впечатление, что его не хватало поначалу, теперь нормально хватает. Все. В общем, продукт отличный. А самое главное, еще одно достоинство у него, он экономичный. Я вот держу и думаю, я как будто вообще не пользовалась, такое впечатление. Да, вот столько. И за 2 месяца вот я столько использовала, представьте себе. Вообще, куда это годится? Я люблю, когда... Он мне надоедает просто, этот шампунь. Вот. Я не знаю, считать ли курс законченным. Наверное, нет. Все-таки есть один... волосы еще недостаточно проработанные. Есть один минус, хотела я сказать. Но, наверное, это не минус. А все-таки курс я не считаю законченным, потому что кончики еще суховаты, и они спутываются у меня. Спутываются, завязываются между собой в узлы. Я попробую еще месяц. Ну, добью все-таки до конца эту баночку. И посмотрю, закончится ли этот эффект. В целом, продукт рекомендую. Если у вас есть проблема борьбы с антивозрастными признаками волос, присмотритесь.